Добрый день, с Иваном Купцовым, сотрудником Ростовского музея-заповедника. Мы передаем вам привет. Пожалуйста, вам слово. Да. Ну, в двух словах, если говорить, Кремль Ростовский, который вот вокруг у нас, вот эти стены башни, это не крепость, хотя проект боевой. Это не монастырь, хотя тут 5 храмов. Это дворцовый комплекс. Это надо помнить прежде всего. Дворец принадлежал ростовским митрополитам. То есть это не царский, это митрополитский дворец. А мы с вами находимся в саду, да, митрополит? Да, мы находимся в саду. Если только развернуться, то видите, деревья. Это у нас яблони, которые еще не поспели. Яблоки, вот. Что касается самого Ростова, это один из древнейших городов нашей страны. Ну, я говорю о древнерусских городах, потому что такие города, как Херсонес, Дербент, мы за скобки выставляем, они еще более древние. Старший у нас только Великий Новгород, Старый Ладога. Летопись относится к основанию Ростова к 862 году. Это ведь. В наши дни этот древний город, да, сияет красотой. 1160 лет в том году отметили. Вот. Город красивый, я бы сказал, что не самый депрессивный на Золотом кольце. Вот. Здесь есть работа, здесь сохранилось производство, в отличие от мумифицированного Суздаля, допустим, или Плёса. Вот. Так что приезжайте. В Ростов надо приехать 4 раза. Первый раз, чтобы проходить по Кремлю, по всем переходам, во все двери подергаться там. Там, конечно, за дверями идет швабра хранятся, но... Мне осталось 2 раза, да. Я уже вот. Второй. Второй раз, чтобы Идём увидеть встречу. Ростовскую финифть, потому что финифть ростовская – это самое, ну, яркое, в прямом смысле слова, яркое явление нашей культуры. А третий, вот. Что а мне третий – это услышать ростовские звоны. Вот преображение будет, приезжайте слушать звоны большого колокола 17-го, заметим, века. Большая редкость в нашей истории, потому что их Петр I, наши колокола на пушке, не перелил, видимо. Не поднял просто 20, сколько там, 32 тонны, да. Здорово. Четвертый раз. Это, чтобы увидеть всю глубину ростовской истории, в прямом смысле этого слова, 5-метровый культурный слой, и обводненный, там органика сохраняется так хорошо, что новая зависть и хочет. Вот, и выставка археологии. Вот, программа составлена, теперь мы станем ростовчанами. Ростовцы. Спасибо. Ростовцы. Ростовцами.